Диана, Сум пришел? Как усина? Все, давайте сейчас огрею левого славик большого лоха этого. Заливаем его. Под ноги станьте, он прыгнет рандомная цель. Иди сюда. И чем вы дальше, тем он больше урона получит. Точка все в ноги, как на ребре. Все то же самое. Там кружочек. Алексикус, ты тут? Слышишь меня? Поставь что-то в чат или скажи. Да-да-да. Вот смотри, иди сюда ко мне. Не-не-не, не агрите, не агрите. Сейчас очень четко сыграем. Иди сюда. Вот, и хватка смерти у тебя на панели? Да. Все, вот тяни ту звезду сюда к нам в рейд и беги к нам. Все точечно в ремонтника играйте. В ремонтника, потом этого лоха. Сейчас вот остальных, короче, спулим, когда суслятинка кинешь по трусам овечку. И массово не играйте. Все будете играть точечно в кружок. Все, трусам овцу и поехали в кружок. Трусы вообще никто не трогает. Забыли про него. Скилл показывал. Трэш без вайпов убиваем. Их уже пофигу, как доливайте. Трусики не трогают. А если очень хочется? Можешь у Славика потрогать. Пойдем на совет. Право за алголон, по-моему, да? Что я алголона буду блин травить? Можно напоследок его оставить. Ну, на одну комнату точно портала нет. В смысле урона. Вот мне что нравится. 2-3 раза придется заходить, наверное. Мне нравится 2 моба. И у нас срок, короче, упал. Но я просто не успел даже его выхилить. Моментально он шот был. Айс сервер. Удав в 2-2-6 шмоте. Должна проходиться, по идее. Добавьте джеспанка там. Пристабав. Кулак по нему. Так, смотрите, нам надо 3 танка. О, танк есть, Void Beast, Алексикус и Баш или Питкин. Есть у тебя, Серега, танк? Зачем второй танк? Третий. Ну пойдет Брундир по рейду, и что ты делать будешь? Да и похуй на него вообще. Да нормально все. Питкин, спекнись в БДК. Будешь просто ЛП тыкать в этого, в Брундира, и по возможности касты ему сбивать. Смотрите, первый каст сектор газа, будем бить Брундира первым, потом идет суслятинка, второй каст Церейс, третий, кто там еще у нас, и Джаспанк четвертый, Баш пятый, и вот так вот по кругу. Так, теперь смотрите, Войд, кого хочешь танчить, среднего или самого большого? Да любого, хоть всех троих. Сейчас. Давай тогда, Алексикус, будешь танчить Молгейма, среднего. Славик, ты будешь самого большого танчить. А Питкин, ты будешь самого маленького танчить. О, Алексикус, еще раз. Рослый. Алексикус, ты танчишь Молгейм, кружочек. Void Beast, Славик, танчит Сталилома, самого большого. Все, а Питкин маленького. Чекаю и погнали. Сейчас все с пула играем в самого маленького. Только за агро следите, ребята. Там же, по-моему, вузы. О, собой, все, погнали. Агрите. Сразу не врывайтесь. Подождите, пока танки наберут агро. Все, и погребите Брундира. За кастами там следите, я хилю, поэтому если что, озвучивайте, какой каст сейчас идет по счету. Да, хильте мне, помогайте, если что, там ДЦ щитуй.
Давайте в синий кружочек РДДшки, кто дотягивается. А не, пока бейте Брундира, потом. Потом зайдете, бейте Брундира. Следующий касс бейте. Кто считает, какой сейчас касс по счету идет? Четвертый. И конскюри, да, и ману хэпалу ппр. Дели, пожалуйста. Бейте Брундира, ребят. В синей луже пока не стоите. Давайте Брундира. Звучите, у кого ДБМ работает нормально, когда там была желтая лужа. А пока хилю. Будете шибиться. Давайте Брундира. И переключайтесь с среднего. Сейчас среднего. Сейчас набирайте рейндж, ребята. В синей луже не стойте. Набирайте рейндж, сейчас лужа будет. Наберите рейндж. Разбегитесь друг от друга. Уйдите из-под босса. После лужи уже соберетесь. Вот руна крови. Вроде сейчас будет. Вот, разбегайтесь. Пешку даю. Вот она лужа. Заходите в синюю эту лужу, босса подводи, чтобы милики доставали. Только в синюю лужу босса не заводи ни в коем случае. Во, да-да, примерно так. И все, и стойте бить. Хаба, давай тотем прилива маны, Лилия, читай гимн на ману. Помогайте Вайда хилить. Сейчас только Алексикуса и Вайда хилим. Все, больше ничего не надо. Давайте. Если что, ты на рейде. Че, Алексикус, если что, готовься ловить. Все сейчас хилят Вайда, он ли Вайда. Туем его там, и так далее. Смотри, какой большой пожилой медведь. Слышь, Славик, добавь мне... Дайте рост. Обновляется он. Обновляется, да ничего, нормально, он нам все равно не приведется. Блин. Тивай, да, у меня маны нету. Так, я тебе дам этот боб, отойди в сторонку. Реснишь меня. Громили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребят. Нифига ты здоровый, слышь. Качаешься, что ли? Все, идите на Калагарна. Вот. Стойте на последней лестнице. Никто к нему туда в комнату не заходите ни в коем случае. Не сейчас. Хаба дисконнект. Подождем тебя. Каш там как готов будешь, Хаба. Сейчас выдержим пока. Две частицы могут на одной цели быть, да? Нихуя себе. Да. ПГ на альтераке, там, на острове. Ребята, когда танчат по 4, по 5 частиц висит. Дайте пристабав, пожалуйста, интеллект. Эту парашу типа фул бафа. Блин, а чё нахер диск нужен? Ключ. Вроде ключ колголона же, да?
Да, 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 по-моему. Я память не изменяю. Кстати, шкаф засумоним его. Он что-то долго идет. Так, короче, смотрите, Войт, Алексикус и Питкин. Также три танка. Так, первый будет танчить. Кто даже не знаю. Так-то, по идее, конечно, протопало в идеале, да, наверное, нам сюда. Ну ладно, Славик, потанчишь первый, ничего страшного. Прожмешься. Получишь дебаф, Алексикус. И Питкин, слушайте внимательно. Вы будете менять друг друга по дебафу. Дебаф называется что-то расколотый доспех или как-то так. Вот, ваша задача, как только действующий танк получил дебаф, следующий танк забирает босса на себя. Все, больше тут ничего сложного нету. У всего остального рейда задача такая, смотрите. Правая рука, все нашли ее, самая большая она. Я ставлю звездочка. Все будут играть в нее с пула. Сова, ты кидаешь волшебный огонь на Калагарна с пула. Потом уже на руку, чтобы танки не промахивались танками и так далее. И потом левая рука, кружочек. Так, смотрите еще раз. Начинается пул босса, весь рейд играет в правую руку. Руку слили, появились осколочки. Осколочки залили массами. ШПшки, там фурики. Далее играем в следующую руку. И так по кругу. То есть все руки убили, у нас остался голый босс, играем в тело. Как только рука появилась, переключились в руку. Почему непонятно спрашивать, либо начинать. Так, смотрю, все готовы. Давайте подходите к турсам. И Войд, иди, начинай танчить. Сейчас все хилы хилят Войда. Тупо точечно Войда. Там на Войде дебафа. И Лексикус ты забираешь второй. Питкин ты забираешь третий. Все, можешь уже по идее забирать Алексикус. Весь рейд играет в руку. Точечно. Пойд забирай. Конскюр, это рез Алексикуса. В обломочке сыграйте. Тем сейчас Питкина. Пристабав. Стабав. Схилим Питкина. Войд забирай. Я сейчас Алексику забираю. Алексику забирай. У тебя нету дебафа. Алексику забирай, забирай. Все, танчи. И весь рейд играет в руку. Сейчас обломочки сыграли в обломочки массой. И потом в босса переключились. Рейд сейчас хилит Алексикуса. И все, и в тело играем. В руку переключились. Славик, забирай сразу же. Отлично. Хилим Славиковой, да. Играем, играем в ручку, играем. В правую, все точечно в нее. В правую руку, вот она вылезла, самая большая. Сейчас забирай Питкин. Алексику забирай. Маскюре, дай ману хапалу. Копер. Ага. Ставь тотем прилива маны и Лилия читай гимн на ману. В обломочке. А, все-все-все, доливайте босса, у меня там 4% осталось. Так, сейчас смотрите, ребята, всех хилов попрошу надеть медальон Орды, который снимает, короче, дебаф один, или все там, не помню, дебафы снимают. Это для того, чтобы мы сейчас на кошатнице снимали с себя страх. Страх. Ну да. Найду этот медальончик. Опа. Все. Кило, оденьте этот медальон. Будет все вообще шикарно. Так, Баш, ты у нас, Серега, позбиваешь все эти косты, окей? Или Славик.
Тихильте. Ебейте, трэш. Кто кошарит, что этого быка заранее жми примерно там за полторы, за две секунды. Вы тогда, когда на тебя эфир кинет. Заранее просто жми. Разве заранее не снять? Типа, короче, ну, по-моему, как, Славик, как ты делаешь? Ты заранее жмешь быка или во время, когда уже заранее, фиг ему? Конечно. Че? Тебе ответ? Тех мобов надо слить одновременно. Играть от того, у кого больше хп. Агри, шатница, агри, агри, агри. Так, Алексикус, ты на боссе. Питкин и Славик, разведите по две кошки. С собой. Иди, давайте рост и играем в кошек. В этих в часовых. Разведите подальше, подальше, ребят. Играйте все в этих в часовых. Идите по две кошки и давайте играем в этих кошек. Часовые. К нам отверни. Морды к нам отверни, он отдохнет. Нам урон делить надо. Морды к нам. И стоим все в звезде. Даже кружочек. Да. Хилю. Давайте все в точку ко мне и поверни на меня в трусы. И бейте, босс. Блять. Конскьюри трессы в идеале, на если есть. Ли АУЕ под босса. По моей команде побежим вправо, откуда вышли, к лестницам. Будьте внимательны. Побежали, побежали, побежали. Не стоим там и танки между собой танками играйте. Все. Перебились в дикого. Танки между собой агрите постоянно дикого. Сам. Поверни босса на нас, поверни. Треугольник постоянно. Постоянно кайтите этого дикого. Все, молодцы. Давайте в трусы опять встали. В луже никто не стоит. САУЕ дали под босса. И братишка, выведи на нас сюда. Пошли, пошли, пошли в треугольник, ребята. Выведи на нас сюда. Дикий защитник следующий, он появится из черной лужи. Поэтому танки будьте внимательны. О, и все, тут стоим, играем босса. Танки, готовьтесь. Страх снять с танков. Не успел, бывает. Давай, забирай его на себя. Дикого играйте. Он там от уголы хочет рейд. Виновата, мы согрели, конечно. Группам убиваем. Опять овешка под босса. Всех кошек залили, а на нем баф висит, дикая сущность. На 350% урон увеличивает. Найс, ульда починена. Пейте вы кота, блять. Дикого защитника. Кто нас их убивает? Принесли им, дали ОЕ под босса. Добьем или нет? Будем пробовать. Добьете, конечно. Да добивайте, что тут стреляно все. Вот это хуево, конечно. А чё, я же тебя страх вроде сейчас снял. Не прокнуло, да? Нет, его не страх убил, он убежал, когда этот волна соло в него пролетела. Ну, вот да, это ультразвуковая. А, понял, понял. Надо к его к этим стать, к шаману. Шаман-то там три пятого. Понятно, я не успел просто ничего сделать, ни антифиры, ничего раздать. Не успел сказать, согрели босса. Умрет вместе с тобой.
Кто там очищение у хабы, вот я знаю, называется он. Кто там очищение, выноси на панельку и будешь его ставить, чтобы он страх диспелил. Спати. Там трепет. А тотем трепета, да? Страх снимает. Вот, значит, тотем трепета выносить. Я его и ставил весь бой. Все отлично. Кокосина, ты... Он чисто на пати действует. Знаешь, да, Кокосина, ты антифир кидаешь на себя и массово диспелишь рейд. Ну, как сейчас я делал, вроде. В первую очередь... Сань, возьми там этот, Владин прислал гильдии. К обвалившейся галерея вниз спускаемся, только не агрить. Диана, смотри, ты когда из страха выходишь, у тебя еще точечный диспел на панели должен быть. У тебя приоритет сначала должен быть танки, а потом уже рейд массово. То есть с этого, с Вайда и Алексикуса сдиспелила страх, и потом уже массово пошла. А че рыбку будем кушать? Сейчас хабу перенесу к танкам. Даже вот так вот. Это примерно будет. Так, Лилия, прямо сейчас кидаешь антифир на... Вайда, Кокосина на себя. На меня зачем? Ты тут, Диана? Я косты не сбиваю. Я понимаю, твоя задача агрить этого дикого. Вот вас три танка, Питкин, Алексикус и Войд. Вы между собой агрите. Так будут постоянно. Нас диспел там. Алексикус и Питкин, вы, по-моему, на этот на виск, на страх можете прожать зеленку. Вроде она здесь это. Не подействовал страх на вас. Но инфа не точная. Пока крестики тогда. Там вроде физический страх, не магический, так что прокатит она. Вы вдвоем сразу жмете и. Нормально все будет. Проверим заодно. Бафайтесь, кому чего не хватает. Покажу, где вы стоять будете. Сикус и Питкин, вы идете сейчас вниз со мной, пойдемте. А, нет, подождите, там босс. Покажу, где будете стоять, и будем начинать. Ну, босс пришел, мы еще круг ждать будем. Все равно нету двоих, троих. Ты похуй. Я бы тоже агрил. Так долго очень все делаем. Алексикус, ты тут? Да. Пойдем в трусы сюда, иди, в зеленый этот треугольник. Питкин, смотри, ты слева будешь стоять тут. Да? Двух мобов, двух кошек и будешь танчить, набирая агро поочередно. Чтобы у тебя кошки смотрели попой в бордюр. Все, а ты, Алексикус, на противоположной стороне, вот тут вот возле сугроба. Тоже будешь стоять и танчить их, чтобы они попой смотрели в сугроб. Павик будет наверху. Дальше ждем. И будем начинать. Хаба, не забывай этот тотем трепета ставить. Кокосина антифир на себя. Лилия, ты кидаешь на Вайда антифир прямо сейчас. И в бою обновляете. Как только спала, когда сразу обновляете по своим целям. А кто на боссе? Ты. Ты Славик удержишь агро? Нет. Уже думаю, пойди лучше БДК поставить. Давайте ва-банк. Да, Алексикус, удержишь? Ну смотри. Я же пожилой медведь. Старый мудрый. Так, ребята, еще забыл. Весь рейд стоит в треугольнике. Славик, ты повернешь ее потом на нас. Вот, будет весь рейд сейчас прямо стойте в треугольнике. Только два танка снизу, все хилы и все вообще... По моей команде мы будем смещаться в сторону лестниц, когда я скажу. Побежим от фиолетового луча, все вместе, всем рейдом, только танки останутся на месте. Ваша задача, танки, нажать точечный таунт у дикого защитника. И треугольником, короче, его кайтить, пока мы его будем сливать. Лексикус, ты первый жмешь таунт. Там 3-4 секунды проходит, Питкин, ты второй. Славик, если что, подстраховываешь, будь внимательный. Хуже за этой дурочкой, вон она уже идет. Я кошек танчу сейчас, да, Алексикус?
Да-да-да, Алексикус и Питкин сначала по две кошки танчите. Заводите их между собой. Весь рейд по моей команде сейчас пока не трогаете часовых. По моей команде спуститесь и начнете играть в кошек. Все, иди, Слави, как где босс? Разводите их, разводите между собой. Будем начинать. Давайте играйте уже, миленькие РДДшки. Только массово не играйте, точечно. Это очень важно. Идите, кошек, подними босса наверх. Ну что ты как первый раз? Кошек, давайте рост, кошек добили и наверх поднимаетесь. Простишку. И в трусы ко мне побежали. Вверх, наверх танки. Все, стоим в трусах. В метке все стойте, ребята, это очень важно. Чтобы луч в нас ударил. АУЕ под босса дали. Ты в метке сейчас вправо побежим. Вправо побежали, побежали, побежали. Не стоим там. Быстрее реагируйте. Забирай, забирай там. Ты очень долго, Алексикус, реагируешь. Очень долго. Резко конскурит меня. Страх, снимай с танков, чтобы они агрили. Опять перед мордой становимся. Я под босса дали и в трусы в зелененькие. Бежали. Отбежали, отбежали влево. Отошли сюда, сейчас там этот появится. Дикий защитник. Все, и стойте тут, бейте. Ваша задача сейчас максимально быстро сагрить его, дикого защитника. Жали от лужи, от темного. Подальше. Играйте в дикого. В дикого, в дикого. Перед мордой опять. Здесь все. Метки. Что, мечей давать? Ну да, давай. Побежали сейчас ко мне в зеленые трусы. Вот сюда. И стоим тут в проходе. Бьем босс. Дикого, дикого, дикого. Дикого. Надо его убить. Кого убили и в босса? Играть у босса надо, добить его успеть. Смотрим, осколочек выпал или нет. Ну, кстати, голова красивая. Вот такая. Напиши, как подойду обратно. И пойдемте направо, на Хадира. Войд. Шо? Тебя хотят. Шо? Тебя в РК хотят, ответь уже чего не то. Ничего не знаю. С угловом бегаете только.
Самое главное. Не побегаю, блядь. Сами танчить будете. Видишь сугроб, забеги в него. Очень плохая идея. Сугроб, дайте я сбегу, где? Сейчас очень внимательно. Смотрите, где синий квадрат, и бежим во мне. Кто сугроб не агрит? Все, через меня пробегайте, через синий квадрат, и идете вперед на трэш. Мауе очень большого сугроба, где ты вроде тоже агрик. Ну, инфа не точно. Не буду. А теперь слева бегаем. Этот сугроб можно вроде агрить. Вот слева который. Справа нельзя, слева можно. Я не подошла близко. ГП, да. Понимаешь, все пошли налево, она прям специально пошла направо. Тоху, давайте сугробы бить не позже. Маша, лево где это, с какой стороны находится? Славик, начисли пока тут яичек. А не, давай соточку. Будут себя плохо вести, косяки чуть-чуть, еще соточку накинем. За что, за сугроб? Да. Чтобы не расслаблялась, будет себя хорошо вести, не будет косячить в конце инста, инста сниму. Ну, а ой, да херня эти сугробы, еще вы гоните, что ли? 5 секунд поуешь, никого нету. Не сотку, или я сейчас сам зайду в дом. Мне просто неохота в дом включать. Было поответственнее будет. О, красава. Так доходчиво. Примерно двигаемся тут в синем квадратике. Если кто ГП, конечно, не хочет. Стоим тут, убиваем мобов. Педик сагрил, жаль, не видел. В 4 утра я поначислю, кто мне челика это воздаст. Вообще сугроб сагрил. Алексикус, ты танчил, кстати, от вот этого? А он что-то походу вообще отошел. Числовик, ты будешь соло. Трися. А тот, блядь, тоже пришёл. Не сзади, блядь. Ну ты паркуйте его, блядь. Не свернитесь, а то мы сейчас умрем тут. Ты смотри, кто кожу фармит. Акславик, ты на боссе, Питкин, ты в ДД спекайся. Также у нас хаба хилит. Морду в снег засунул, блядь. Все, ребята, смотрите. Две метки, маленькая, большая. От маленьких отходим всегда. Большая метка по моей команде. Сначала отошли на середине каста, в большую метку зашли. На протяжении всего трая двигаемся. Тут самое основное, это всегда находиться в движении. Когда ни ачивку не запорите, сами не умрете. Напоминаю, от маленьких меток вы тоже должны убегать. С пула сейчас никто босса не бьет. Пула сейчас никто босса не бьет. У нас склепы появятся. Заливаем склепы и потом босса. Питкин, ты готов? Че, Димас, чего не хватает?
Да-да, ты ДЦ, хаба, кокосина и пеппер, три хила. Все, Славик, иди забирай. Спанка напуливай на Славика. Все, играйте в ледяные вспышки. Убивайте склепы и потом там босса. Знаю, что делать, просто за квадратиком двигайтесь и босса бейте. Постоянно в движении находитесь. Кто приморозился, тут гей. Сейчас половина хлопнет. Постоянно двигаетесь. Разовую точку берем. Заходим лучик с неба. Чем положительные бафы. Становимся у костра, РДДшечки, кто там хочет. Большие метки сейчас скоро будут. Бейте босса. Из больших меток выходим. Выходим. И по моей команде зашли. Заходим в центр и двигаемся. На месте не стоим. Вот ледяные вспышки все эти слить. Босса подводи к ледяным вспышкам, где их больше всего. И массы забиваем. Только если что, ты сама себя можешь диспелить, поэтому я отвлекаться не буду в следующий раз. Так у него там ледяные пальцы появятся, ты не забывай прижимать. Я шарю. Беги, малышка, беги! Далеко выходим, недалеко от них и забегаем. Конскурят залей, маны их опалу. Прям вводи босса по этим ледяным вспышкам, чтобы они массы заливали. О, прям в центр туда вставай, лично. Привет всем, вот льда. Привет, да? Нахуй льду, лучше бы РС пошли. Я помню вас! Это было в горах! Пошли? Лол. Ведьмак, похоже, или чё? Не-не. Ну, как там, по-моему. Давай. Это же Тарина, говорит. А? Эти вспышки все. Взрывайте. Славик, вводи, чё ты стоишь на месте? Тут вспышек много очень. Ну, сука, прям... бегайте, сами заливайте, ёбаный стыд. Уходит медленно, как гомик, блядь. Дошли из меток. Ну и вот, теперь забегаем. Двигаемся. Не стоим на месте. Испарим рейд. Давайте босс. Бля, вот это уже не заебись. Кто там хуйней страдали? Я его заблокировал. Кикнули уже. По IP уже заблокировал. Пидора это. Савчик. Еще будут рейды, кроме льда. А, наверное, РС-очку соберем. На сколько? Часов 9-10? Блин, не знаю, ну полдесятого, наверное, минимум. До полдесятого, ну, мы тут пробудем. Еще 5 боссов осталось. Павик, иди танчи. Все, поехали, играйте в мобов. Их нужно слить одновременно.
кто вот сегодня в льде тупит, умирает, посмотрите на следующий рейд тактики. Посмотрите видосы, там в интернете вообще все есть. У Славика вон на ютубе раньше много было, я не знаю, сейчас есть у него канал или нет. Элементарно и просто. Ну вот там сейчас показано, как по ПД фармить на сервисе. Ага. Лилия, ты тут? Пойдемте на фрею. Ах вы суки, блядь. Живого медведя уронили, блядь. Дайте приступов. Так, Питкин, спекнись в БДК. Подождите, пока не агрите. Спекнись в БДК. И хваткой вытянешь кружочек, а Славик, а ты всех мелких этих уродов заберешь на себя. Все, иди вытягивай, и все играем точечно в кружочек. Кто вытягивает? Я мелкий, да? Не-не-не, Питкин вытягивает большого, а ты мелкий танчишь. Разведите их, разведите. Тут смысл в том, чтобы их развести. И все играть их приточников стражи. Да, а этих маленьких теперь уже толпой заливайте, сводите их. Тут то же самое, в кружочек точечно вытягиваю его, а остальных массы заливайте. Я Диан не знаю, честно. Ну, сусадинки, кидай. Друзья, не стоим. Тех массы заливаем. О, там в льду еще один пал пушит. С этих паладинов так уже скоро. Удаляйте паладинов, создавайте вару. Может мне ИП закинуть, мне уйти нужно сейчас срочно. Кружочек забирай, это кто говорит? Crazy Ладок. Так, сколько Славик у нас ЕП? По 200, наверное, за босса или да нет? Я вообще никогда не... Ну хуй знает. Вот, блядь. Я посчитаю, подожди. Дай-ка сам мозг не парь, чё ты паришься? Все ему тогда, у меня аддоны не включен. Берите мой ГП. Там еще стоять остались. Сугробом, иди лови. Стойте тут, не агрите трэш. Сейчас подождем, пока она уйдет и начнем. Ладно, всем спасибо, потом еще, может, зайду. Видно будет. И давай. Сюда. Так, Славик, ты на боссе будешь, Питкин, ты, если что, подстрахуешь. Вылезет большое дерево. Либо большое дерево, либо много маленьких цветочков, либо три элементаля. Все, ты весь левый трэш, короче, на себя, Питкин, согреваешь. Так, джаспанк. Тут. Что не хватает? Хоть и все, Славик, начинай. Все играем точечно в босса. Ты че, я кину на тебя боб конскюрит. Прожимать звездопад. Давайте рост. Давай, рост. Точечно, ни в коем случае не уешьте. Так, не стоим. Армагеддон, сбивай быстро. Трошку надо сыграть. Отхилить сейчас. Дар, сыграйте. Ух. Давайте в босса теперь. Точечно играйте.
стоп-каст. Я прожал, нахерал. Все отлично. Эти босса добивайте. Не уешь, не уешь. Эти босса. Что еще урона не хватает? Рвана расправа. Ребята, срочно, стоп-каст. Не бейте, не бейте, не бейте. Бейте. Давайте опять босса. Тело ей ни в коем случае. Лишь подыхаем. Каст. Теперь все, читайте. И добивайте босса, попробуйте. Не забывайте, ларь роля только алхимики. Эти все корни слейте. Жесткое дерьмо это все. Герой. На Мимирона. Он Торин еще жив. Так, искра воображения. По-моему, портал, да? Не ошибся. Что, в то время не пойдем? О, у нас же еще Торим. После этого, значит, убьем. Как ли по одному, по два? Вливайте их. Все-все, хватит, только больше не агри. Вливайте их масс. Портал искра воображения. Парь только алхимики не забывайте. Босса никто не агрит, только в трэш играм точечно, без всяких масс. Дай бог сагрите, блин, придется много гп начислить. О, блин, ты пришел, бери его. Давай, Серёг. Накинь 1000 тоже, Серёге, баш. Не понял. Таски. Чё, он уходит? Угу. Всё, можно 3 раза мутить. Никитушку. Последних 2-3 мобов. Ты, Серега, хреново во время боя ливаешь. Еще остались, пойдем, чё, убьем их. Доберись с этого, с гильдии, там попал, хотел Белин и Варенька он пришел. Бой, да, у нас висит? Нет, нету. Присоедините в рейд, на комбо не висит. Ну, чтобы на луке не висело, мы смогли присмолить. Так, не бафайте, не хильте, вообще ничего не делайте. Вуди, шкафчик. У кого боя нету, тыкните и присмольте, ребят. Чё-то пал уже ушел, что ли? Он 2 раза присылал. Присмольте, Варенька. У кого боя нету?
Кильти, Кокосина, не делай ничего, зачем ты делаешь? Бой сейчас повесишь на ребят. О, бой не оттыкайте. Присумоним их и забахаемся. Для кого озвучиваю, говорю, ВРК? Ваня, ты с нами? Да-да-да, Питкин, оставайся в БДК. Твоя задача будет агрить на себя штурмовых ботов. Ну, они пойдут на третьей фазе, когда у нас голова реснется. Так, всю первую фазу, милики, вы стоите, бьете. По моей команде вы отходите в синий квадрат. Весь рейд стоит в синем квадрате. За рогом босса по моей команде вы отбегаете от босса. Сейчас я МП5 бафну. Так, сейчас, что касается четвертой фазы, последней. Так, вот смотрите, три мага, внимательно слушайте. Сектор газа, суслятинка, сэрейз. Вы играете только в голову, всегда, на протяжении, короче, всей фазы четвертой. Весь остальной рейд играет в тело. И плюс вы еще дотаете низ. То есть вы голову не трогаете. Милики играют массой. Совы, там, демоны тоже играете в центр. Ну и можно использовать АОЕ билки. Чеку, и можно начинать. Наша основная задача на четвертой фазе — раслить все части одновременно. Так, конскюрит. Так, Славик, ты на боссе сейчас сидишь. У нас все готовы, пойдемте. Славик, начинай. А, весь рейд стоит в синем квадратике. Ждем, пока Славик наагрит. Хант напулит, Рок на пулю выйди. Пока не бейте. Вот теперь начинайте потихоньку бить. За агро следите, ребят. Очень важно. Стойте, стойте, метки в синем квадрате. Стойте, не подходите к боссу вообще. Уйдите оттуда с мили-зоны. Видите, мины пошли. Мины не собирать ни в коем случае. Вот теперь милики, уходите, уходите в синий квадрат. Отбежали, отбежали, отбежали подальше. Все, обратно вернулись, босса бейте. Мины не собирать. И в синий квадрате. Просто бейте босс. Внимательно, я отошел подальше к воротам. Играйте в босса. Сейчас, возможно, скоро будет шоковый удар опять. Надо будет отбежать. Так, готовьтесь отбегать. Сейчас уже будет. Отбегайте, 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 РДшки добьют. Все, молодцы. Идите сюда, в синий квадратик опять. И все, стоим тут, ждем. Вторую фазу. Нихуя себе. Чё такое? Я тут внутри нахожусь. Сука. Да. Подошли все в синий кружочек. Начнется вторая фаза. Играйте в босса. Просто в тело играйте. Стойте, бейте его. В моей команде будете перебегать. Всегда за спину боссу. Всегда. Скажу за 5 секунд, когда обстрел будет. Окей. Не стойте играть в босс. Прожимки там отдавайте. Можете баночки выпить. Сейчас скоро красномятка должна быть. Демон, выходи, демон. Через 5 секунд обстрел. Надо будет за спину забегать всегда. За спину, за спину, за спину, за спину, боссу, за спину, в синий квадрат. Двигаемся, двигаемся. Видите, он идет за нами. Двигаемся. За синим квадратиком всегда. Все, стоим тут, стоим тут. Еще двинулись чуть-чуть. Еще чуть-чуть двинулись. Все, и теперь все отлично, добиваем. Давай, Хаба, ставь тотем прилива маны, Лилия, читай гимн на ману. Ваня, Варенька, ты с нами, да, ВРК? Да, тут. Шо? Синий квадратик. Бейте голову. Эй, лол. Нужно больше ярости.
Тебе голову, Питкин, готовься. Скоро штурмовые боты пойдут. Бомботы, штурмовые боты. Питкин, на тебе штурмовый бот. У него там помидоры давят уже. Нет, огурцы сейчас. Иди, столбики, я туда сейчас трэш, по-моему, пойдет. Столбик бомбота забирай. Турмовой бот Питкин, барахлобот опять Славика. Все милики, играйте в трэш. Их надо слить. ПДДшки в голову. Всю голову добили и помогли миликам трэш добить. Сейчас, ребята, идите все в синий квадратик. У нас будет сейчас все три части, воедино соберутся. Вот штурмового бота еще залейте всем рейдом моментально. Все стойте в синем квадратике, вот тут вот во мне. Как я и говорил, три мага играют в голову, все остальные играют в тело. Все части нужно слить одновременно. За низом тоже наблюдайте. Если что, говорите, я похилю. Прикаться не буду. Да-да, рост по команде. Только сразу не давай. Моей команде. Так, давай рост, давай рост. Все, и стоим, бьем босс. По моей команде подбежите к боссу и спрячьтесь ему за спину. Будет обстрел. Пока стойте. Бомба красная. Во, из метки, из метки, из метки. ГП. К боссу подошли. И в синий квадрат. Ищем глазами синий квадрат. Спрятались за спину, за спину. В синий квадрат, ребят. Двигаемся. Блять, ну что это? Играйте в тело, играйте в тело. Влево, влево, влево. Вниз играйте. Давайте в тело и вниз. Голову не трогайте, там три мага дольют. Беги, малышка, беги! Влившаяся галерея. Ну, портал. Сейчас на Торима надо сходить вроде. Значит, Торим не убит. Ранжиреешь из ней налево.